Всем привет, мои умники! С вами кто? Конечно, Боди! И сегодня у Влада А4 вышел новый видос! Это батя! Ну, так называется батя, да. Точнее, это не видос, а клип. Ну, как получается, клип, потому что там написано А4, батя, премьера клипа. Ну, я как бы хочу посмотреть этот клип, потому что я видел его пару пародий на... Там, допустим... Вроде как я помню Влад А4 что-то 5 минут назад пародия. И это очень хорошая пародия, она мне зашла. Так что пошлите вместе заценим батя. Ух ты. А я видел его последний видос. Он там, короче, покупал новую тачку на сколько там монет. И говорил то, что новую свою не покажет. Походу вот это его новая тачка на самом деле. Господи, такая красавица. Многие рэперы пишут про красивую жизнь, про свои тачки, про свои тачки, бабки. А я решил, что я напишу трек про батю. Про батю. Эй, чё, правда его папа? Ну купил бы своему папе тачку крутую, ты чё, Влад? Курит взрослый парень. Я бы попросил, но опасно, я знаю, гоним где-то по 200. Гоним где-то по 200. Батя тачку сам собирал, но после сотки дымится по 6. Рассветы, закаты, пакеты. Магнитолоску ставил кассеты. На панели башечки тёлки раздеты. Ай-яй-яй-яй, качает. Раздеты, тёлки раздеты. А также он не из тех, кто бы запостил фотки в инсте. Там, где мы с ним тупо по весне летели на трамплине в старом Жигуле. Мой батя кусок в старом Жигуле. Меня, а я кусок его. И мы с ним два куска чего-то общего. Мой батя кусок меня, а я кусок его. И мы с ним два куска чего-то общего. Мой батя кусок меня, а я кусок его. И мы с ним два куска чего-то общего. Не, круто. Мне нравится. Знаете, душевная песня. Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Когда я был малой. Мне тоже папка. Ну нет, не жопу вытирал. А я это вот так же вот веником долбал, когда я выходил из парилки. Там такая жара, я уже как 4 года, то и да, или 5 лет, не хожу, не помню. Последний раз я как раз ходил где-то в 9 лет, да, в 9 лет я где-то ходил, или 8, не помню. Он мне вытирал жопу. И он также меня веником долбал, когда я выходил оттуда. Потому что он мой батя, он мой батя, он мой батя. Потому что он мой батя, он мой батя, он мой батя. Потому что он мой батя. Yeah. Господи, это очень душевная песня, очень. Сели кушать, не скучаем. Батя кулинар от Бога знаем. Жестко в баню захотели. За секунды две забежали, разделись. Покраснел, не стало жарко. Вот бы у меня папа тоже кулинар был. Конечно, Богдан. Где-то 10 раз потерял сознание. Было круто, с легким... Не! Он у меня может яичницу готовить. Но баня для меня это соревнование. Досики, тренды, не тренды. Батя показал, полетели комменты. Говорит, круто, но не круче бани. Эх, обожаю этого парня. Этого обожаю. Ну покатай на своей тачке ты папу. Катает? Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Когда я был малой, вытирал жопу. Когда я был малой, он мне вытирал жопу. Потому что он мой батя, батя, он мой батя. Потому что он мой батя, он мой батя, он мой батя. Потому что он мой батя. Батя. Нет, круто. Мне нравится. Это душевный клип, это очень душевная песня, и клип достаточно хороший. Ну, то есть, это как бы, ну, можно сказать, клип, да. Ну да, и есть клип. Блин, красиво. А чё, хотите сказать, что в детстве никому батя не потирал жопу? 3 ляма!
Уже 3 миллиона и 5. Кстати, сразу 5 приехало. Господи! Влад, я тебя поздравляю с 3 миллионами! Я тебя очень сильно поздравляю! Серьезно! Все, снимай быстрее, такого больше не будет. Пока мои плечи выдержу. Ага, конечно. Старший, средний и младший растет. Будешь блогером? Все, мы за мир во всем мире, точно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Блин, это очень-очень душевная песня и очень душевный клип. Кстати, вот этот вот отрывочек тоже прикольный. Влад, мы тебя все вместе поздравляем, что у тебя 3 миллиона. Я реально тебя поздравляю. Ты вот прям красавчик. Пипец, 3 миллиона у человека. Ну, в честь 3 миллионов, считай, ты сделал очень хороший клип, серьезно. Ты очень хороший душевный клип сделал. Давайте спецэффекты. Вот то, что было в клипе, это и правда. Нам всем в детстве... Подтирал папа, и помимо этого также в парилке со мной был, он мне своим веником долбал, и тому подобное. То есть, считай, я папа, и мама, и дедушка-бабушка это одно целое. Вот, поэтому, ну здесь нечего добавить, это очень душевная песня. Поэтому, мои умники, я поздравляю Влада с 3 миллионами, я тебя поздравляю, Влад, все тебя поздравляют. Поэтому, если хотите, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Ссылка на инстаграм, ВК в описании. И всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока. Да.